Всем привет! Пока пошла круг навернуть здесь рядышком, видео запишу о ценах в магазинах. Если вот прям глобально говорить, естественно, подорожало многое. И где-то цены вернулись назад, без контроля или под контролем от власти. Где-то, в общем-то, со скидками спускают на прежние цены, там, до года, например, назад даже двух. Вот я до этого сняла шортс о том, как животные спускались, косули и, возможно, кони, и обожрали все кусты возле дороги. Это прикол, вообще такого никогда не было, очень странно. Так вот, что по ценам. Например, сейчас масло подсолнечное, поскольку сезон такой, знаете, ну, в смысле, нет пика сезона, нет сейчас туристов много, иностранцев много, но кто живет тут часто, дачи есть. И масло с 18, даже до 20 доходило цена, вернули. Я до сих пор говорю в кунах, хотя у нас уже евро, но мне так проще. А вам, в принципе, ну, могу я перевести в евро, но я тут не соотношение или курс, да, валют, 7,53 до сих пор курс, как бы все не меняется. Я вообще соотношение, да, как бы сколько было, сколько стало. Значит, обратно цена по 11 кун на литр. Можно найти хорошее, нормальное масло. И я даже вчера очень удивилась в нашем... Не поняла. Что за прикол? Короче, я, наверное, это по ценам расскажу в следующем видео. Ох, ну слава богу, пустая. Что-то у меня аж это... Не, ну это вообще... Ну я поражаюсь. Если б даже у нас кто-то был здесь рядом... Ну, невозможно, чтобы сейчас были с детьми.